ahí está, no, aprovechó los talones ante Ilya Bondarenko. Илья Бондаренко получает 3 очка в этом заезде. 2 очка. Дмитрий стартует по пятидорожке в белом наследнике. Стартовый номер 6.
Куширова. Денис Изатулин. На его счету 2 очка. Одну очку Денис Ихутинов. Максим Кривулин, команда «Салават». Семен Власов, команда «Лукойл». Ренат Гафуров, команда «Лукойл». И Дмитрий Решетов, команда «Мегалада». Команда «Лукойл».
Два очка в этом заявке. Бело на свете. Стартовый номер 7. Максим Караченцев, команда «Восток». И по четвертый в желтом стартовый номер 3. Радик Тимеев, также команда «Салават».
команда «Салават». Стартовый номер 5. Третья дорожка, белый наш лев. Стартовый номер 13. Максим Кирилин. Команда «Салават». И четвертая дорожка, желтый наш левник. Стартовый номер 2. Максим Кананец. Команда «Восток». Thank you.
соревнования. Девушек усилий начнем. Итак, порядке заняты дорогу. Максим Караченцев, Денис Ибудинов, Семен Назов и Илья Бондаренко.
Девушка зарабатывает Радик Тибеев. Команда Салават и Турачков. Евгений. И по четвертым желтым Максим Поливанов. Команда Салават. Первая, вторая наши дорожки, да? Пора.
Спорт мото, спорт мото, спорт.